В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело Родине служить» в 16-й школе прошли традиционные казачьи игры, которые объединили более 100 школьников Славянского района. На соревнованиях побывали и мы. Мерятся в силе и сноровке, в ловкости и выдержке – давняя традиция казаков. Их умения столетиями закалялись в бою. Сегодняшние казаки чтут обычаи своих предков и передают из поколения в поколение свои навыки. Именно поэтому несколько лет назад было принято решение ежегодно проводить районные казачьи игры. Мы проводим это мероприятие, направленное на развитие у ребят чувства патриотизма, любви к родине и, конечно же, любви и к своим казачьим традициям. И очень приятно, что с каждым годом команд участников становится более. В этом году в «Спартакиаде» приняло участие 13 команд из школ, города и района. Такие соревнования – отличная военная и физическая подготовка. Состязания проходили по нескольким направлениям – стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, сборка-разборка автоматов и метание мяча. Как отмечают сами участники и организаторы соревнований, борьба в этом году была ожесточенной. Но каждая команда показывала достойный результат. В этих соревнованиях мне нравится участвовать тем, то, что показываю свои результаты, раскрываю свои возможности. И для меня главное не победа, а участие. Но я уже сколько раз была призером, занимала первые, вторые, третьи места. И это очень важные соревнования, я так считаю. По итогам районных казачьих игр на победном пьедестале юные петровчане из 31-й школы. Серебряными призерами стали ребята из станицы Черноярковской школы номер 48. На третьем месте команда городской школы номер 16. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».